Всем привет, с вами снова Лев. Пришло время собирать урожай винограда. Он созрел, уже даже немножко осыпаться начинает. Сейчас я вам покажу, как это происходит в Абхазии. Значит, ряды винограда перед вами невысокие. Обычно вбиваются такие вот колышки, натягиваются, ну, как проволока, и здесь уже растет виноград, да. Давай, сорви, Мируш, вот тебе, пожалуйста, держи. Люди идут вдоль рядов и собирают в ящики виноград. Потом это все увозится в одно место. Ну, наверное, большая часть идет на вино, но часть просто в виде винограда продается. Это ведь Изабелла, да, сорт? Лидия молдавская. А, Лидия молдавская, да? Ага. Ароматно пахнет. Сладкий, вкусный. Собираешь виноград, немножко кушаешь и созерцаешь вот эти вот красоты. Я тебя вижу, дочка, вижу. Посмотрим, как непосредственно процесс сбора происходит. Все вручную. Аккуратно укладывается. Продается он по 50 рублей килограмм. Уточнил, большая часть все-таки продается в виде вот винограда. И фактически сразу он уходит, потому что спрос достаточно большой. Ну, берут, делают вино, соответственно, из него. Из остатков, из жмыха уже потом чачу делают. Середина сентября. Самая пора сбора винограда. Пройдем немножко вперед, посмотрим, как выглядят ряды, где еще не производился сбор. Несколько гектар виноградник, большущий, на фоне гор. Здесь очень приятно пройтись, особенно когда виноград созрел. А вот еще какой-то сорт, видимо. А нет, просто, видимо, не созрел. Странно. Два сорта на одной ветке. Красота. Так, первый ящик готов. Ушло не менее получаса. Не так это просто. Особенности, если ты с одной стороны собираешь, это получается надо подойти, суметь еще оторвать немножко, крутить нужно против часовой стрелки. Ну и, соответственно, бросаешь. Какие мысли посещают во время сбора винограда? У меня очень много детских фотографий в альбоме, где я в картошке сижу. Так что у меня, можно сказать, детство проходило на сборе картошки в каком-то смысле. Ну вот, у моей дочки пусть при сборе винограда проходит. Это, надо сказать, гораздо вкуснее. Сегодня день не очень жаркий, порядка 25 градусов, поэтому, в принципе, собирать... Ну, в этом смысле достаточно комфортно. Но, честно говоря, все-таки я достаточно сырой. Все равно потеешь. Ну,
Когда работаешь, потеешь, ничего удивительного. Так, второй ящик наполнен. Старался побыстрее, но все равно ушло полчаса. Тем временем дочке все окончательно надоело. Она сказала, я пошла смотреть мультики. И, собственно, пошла. Вот так выглядит виноградник со стороны. Здесь у хозяина есть домик с двумя номерами. Иногда здесь отдыхающие живут. Фактически прямо в винограднике. И это место, в общем-то, в шаговой доступности от моря до берега. Отсюда 5 минут буквально. Дочка предпочла сбору винограда игру в песочнице. Ну, а я еще покажу немножко процесс изготовления вина. Значит, отчасти виноград, который был уже собран, его вот в такие вот емкости помещают и давят в них специальной такой приспособой. Я ее что-то не вижу сейчас. Ну, она не хитрая такая. Вот здесь вот потом это все киснет, соответственно. И когда через какое-то время... И когда подходит время сливать, соответственно, молодое вино еще, вот сюда вот оно в такую емкость перетекает. А вот с этого чана еще не слили. Здесь вот это так вот выглядит. То есть измятый... А, вот, кстати... Мирош, не мешай. Значит, вот эта вот штука, которая, в общем-то, не хитрая приспособа, просто гвозди забиты. И ей виноград измельчается. Здесь вот вино достаточно высоко, и оно еще, хозяин сказал, еще пока сладкое. То есть, видимо, сладость должно потерять. И немножко уйти вниз. Ну и также потом это все сливается через отверстие внизу. И переливается в такие вот бочки. Ну что ж, на этом видео буду завершать. Помощники из нас, конечно, так себе. С дочкой особо не поработаешь. Но что-то все-таки какой-то вклад несли. Ну а всем, кто досмотрел до конца, спасибо большое. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Подписывайтесь на канал. С вами был Лев из Абхазии. Пока-пока. Значит, бонусом показали арбузное поле. Вот смотрите, в траве прям растут. Такие они небольшие. Ну тут и крупные были, их собрали уже просто. Значит, все, что делали, это вспахали, немножко прикопали семечки и один раз потохали. Ну, то есть окучивали. Здесь это говорят, тохать. И все. Никакой прополки, никакого полива. Вот такие вот арбузики выросли.